Всем привет! Сегодня делаем творожные колобочки. Берем творог 250 грамм. Щепотку соли. Две столовые ложки сахара. Ванильный сахар. Разбиваем одно яйцо. Добавляем 3 столовые ложки муки. Теперь все это перемешиваем. Добавляем пол чайной ложки соды. И добавляем 1 чайную ложку лимонной кислоты. Теперь все это перемешиваем. И добавляем еще 2 столовые ложки муки. И теперь замешиваем тесто. Теперь обваливаем шарики в кукурузной муке, либо в манке. Вот такие шарики получились. Вот такой шарик внутри. Всем приятного аппетита! Подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!